В России запустили военный интернет. Создание сети началось еще в 2015 году. Минобороны России в этом году впервые с помощью закрытого сегмента передачи данных обеспечила с регионами обмен сведениями, составляющими государственную тайну. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Передает Интерфакс. В 2017 году информационное взаимодействие с использованием ресурсов закрытого сегмента отрабатывается уже со всеми субъектами Российской Федерации. Впервые обеспечен оперативный электронный обмен сведениями, составляющими государственную тайну, на региональном и межрегиональном уровнях, сказал Мизинцев. Как отметил глава оборонного центра, проработка задачи по созданию межведомственной защищенной автоматизированной сети информационного взаимодействия была начата в 2015 году. По его словам, в ходе учения «Кавказ-2016» в качестве пилотного проекта при использовании ресурсов закрытого сегмента сети передачи данных организовывался обмен сведениями со штабами территориальной обороны российских регионов. Это позволяет значительно сократить время прохождения информации в сравнении с традиционными методами информационного обмена и передавать сведения в различных электронных форматах, сказал Мизинцев. Напомним, Россия провела тактические учения морской пехоты в аннексированном Крыму. По материалам сайта newsgro.com.